По поручению главы Каспийска Бориса Гонцова 9 сентября заместитель главы города Арсен Шерифов и главный архитектор администрации Наби Амиров провели встречу с пайщиками трех строящихся многоквартирных домов ЖСК «Теплый», «Теплый 2» и «Теплый 3» по улице Кавказская. Жилые здания возводятся более 10 лет, и поэтому пайщики не могут получить свои квартиры. В ходе встречи представители администрации сообщили, что у застройщика на сегодняшний день имеется разрешительная документация для ведения строительно-монтажных работ. Тем не менее, работы на объекте не ведутся. Сотрудники администрации города заверили, что готовы оказать содействие застройщику в подключении дома к инженерным коммуникациям. Пайщики обратились с просьбой к администрации, чтобы привлечь необходимые службы для принуждения застройщика Лобазанова Л. завершить все строительные работы, а также ввести многоквартирные дома в эксплуатацию.